Во французском городе Кале прошла демонстрация в поддержку мигрантов. Участники шествия протестовали против негуманного обращения с нелегалами. Акция прошла под лозунгом «Нет границам». В ней приняли участие сотни человек. Они посвятили демонстрацию памяти 12 беженцев, которые погибли при попытках пройти через Евротоннель. Протестующие требовали от властей Франции и Великобритании уважать право людей на свободу перемещения. Их возмутили усиление пограничного контроля в последние недели и дополнительные меры безопасности. Отмечу, возросший поток нелегалов стал головной болью для британского правительства. Премьер-министр Дэвид Кэмерон предложил охранять границу собаками, а британские националисты и вовсе призвали затопить Евротоннель. Мы против возведения барьеров. Из-за них становится опаснее добраться до Великобритании. От ограждений не будет никакой пользы. Достаточно вспомнить Берлинскую стену. После ее падения жизнь Германии стала намного лучше. Нужно, чтобы все это осознали и сделали все возможное, чтобы барьеры не работали.